Коллеги, друзья, добрый вечер. Мы начинаем нашу панельную дискуссию, организованную в рамках платформы «Пространственное развитие». Организаторы – Институт территориального планирования «Урбаника», научно-исследовательский центр «Неоэкономика», архитектурное бюро «Остоженко», компания «Хабитатум», Московское отделение Международной академии архитектуры и Российская академия архитектуры и строительных наук. Мы благодарим за поддержку наших традиционных партнеров «Плутон Проджект», «Архмосква», «Артплей», и информационных партнеров «Artplay Today» канал и «Проект России» журнал. Тема нашей сегодняшней дискуссии – макроэкономика, как устроена экономика пространственного развития. Итак, решите представить наших уважаемых спикеров. Это Александр Сергеевич Пузанов, генеральный директор фонда «Институт экономики города», Олег Вадимович Григорьев, научный руководитель научно-исследовательского центра «Неоэкономика», Олег Артемович Баевский, профессор Высшей школы урбанистики, Высшей школы экономики. И вот сейчас подъедет, мы надеемся, Михаил Яковлевич Блинкин, директор Института экономики транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики. Да, уважаемые эксперты. Да, Елена Станиславовна Чугуевская, генеральный директор Института Гипрогор. Максим Вениаминович Перов, действительный государственный советник третьего класса, профессор МАМ. Андрей Владимирович Боков, президент МАМ, академик РААСН, народный архитектор России. Да. Юрий Геннадьевич Виссарионов, главный архитектор института ЦНИП Минстроя РФ, академик МАМ. Дмитрий Михайлович Наринский, вице-президент Союза архитекторов России, профессор МАМ. Александр Владимирович Антонов, архитектор-урбанист. Айрат Рауфович Ахметов, руководитель Центра градостроительного моделирования Института генплана Москвы. Илья Вячеславович Заливухин, руководитель градостроительной компании «Яуза Проект». Никита Владимирович Токарев, директор архитектурной школы «Марш». Елена Леонидовна Концаренкова, Национальное агентство архитектуры и градостроительства. Александр Ильич Шарыгин, руководитель проекта «Пространственное развитие НИЦ «Неоэкономика». Итак, тема дискуссии – макроэкономика, как устроена экономика пространственного развития. Основные вопросы дискуссии – какова взаимосвязь макро-, мезо- и микроэкономики в контексте развития территории? Какие факторы влияют на возможность территории стать экономическим капиталом? Какая пространственная политика способствует повышению капитализации территории? Градостроительство и экономика. Каким должно быть современное градостроительство, чтобы решать задачи экономического развития? Если оно еще имеет смысл. Итак, мы предоставляем слово Олегу Вадимовичу Григорьеву. Добрый день. Ну, вы знаете, вот как так были сформулированы вопросы, я долго думал, с какого боку к ним подойти. Ну, я знаю, я долго думал, действительно, с какого боку к ним подойти, и понял, что придется, наверное, поднять вопрос, который здесь иногда в наших предыдущих посиделках звучал, поднимался так время от времени, все время замалчивался, а на самом деле он играет вот очень важную роль. При этом я не знаю, да, вопрос есть, как его решить, достаточно сложно, я попробую, да, по крайней мере, его описать. Значит, в прошлый раз, когда мы рассматривали некоторые, скажем,
микроэкономические, да, вопросы. Вопросы на уровне как бы критериев, да, городского развития. Мы говорили про то, что, ну, как бы естественным, да, там, понятным экономическим критерием является, ну, например, там, стоимость городской земли или стоимость недвижимости. И, в общем, если, да, мы учитываем деятельности, да, там, планирование городов или градостроительство, да, эти критерии, то многие вопросы, которые сейчас, да, там кажутся непонятными, они, в общем, решаются. В чем проблема с таким подходом, да, и почему на самом деле этим подходом и не пользуются? Нет, есть разработки по этому поводу, ничего не могу сказать, да, работа в этом направлении ведется. Но, понимаете, если мы говорим, да, о стоимости недвижимости и стоимости земли, то, вообще говоря, этот фактор должен быть значимым для лиц, принимающих решения. Понимаете, то есть, грубо говоря, да, у нас есть свои схемы развития, свои подходы к развитию, да, а вот экономические вопросы градостроительства, они лежат в стороне, да, они как бы боковые. Почему? Потому что, значит, если опять-таки мы там посмотрим на Запад, мы увидим, да, там существует достаточно жесткая связь. Города значительную долю налогов получают от налога на недвижимость, от налога на землю. Этот фактор влияет на городские власти, потому что, да, там решения, которые направлены на повышение стоимости земли или стоимости недвижимости, да, означают как бы увеличение бюджета, да, появляется возможность, да, там вступать в кредитные отношения, да, вот сейчас мы там займем, да, сделаем какой-то проект, там, проложим дорогу, улучшим водопровод, еще что-то сделаем, да, повысится стоимость земли, повысится стоимость недвижимости, увеличится собираемый налог, и мы сможем расплатиться. Значит, поэтому, да, на самом деле у нас все вот сейчас, да, утыкается в вопрос о системе налогообложения. При этом, да, надо сразу понимать, я тоже хочу вот обратить внимание, потому что опять-таки, когда здесь звучали реплики, да, они звучали, на мой взгляд, весьма легкомысленно. Да, там, пусть города, значит, то, что заработано на их территории, получают большую долю и так далее, и тому подобное. Собственно, вообще мой интерес к проблематике пространственного развития и развития территорий, значит, проснулся первый раз в 1995 году, 23 года назад, значит, когда, 24 уже, когда я работал в Архангельской области, да, и вот я там столкнулся, да, вот там был еще тот период, когда налоговое законодательство было устроено таким образом, что, в общем, города и территории, ну, значительную долю того, что заработано на территории, получали себе. С чем я столкнулся в Архангельской области? Разница в бюджетной обеспеченности между районами Архангельской области составляла 8 раз. 8 раз разница, да? Одно дело город Коряжма с Котловским целлюлозно-бумажным комбинатом, который работал на экспорт. Да, и другое дело Северодвинск, который тогда не имел оборонных заказов и так далее, да, и в котором не платили учителям зарплату, вообще ничего не платили, потому что не было денег в бюджете. Вот это, да, была разница 8-9 раз. Да. А город Коряжма строил себе новую больницу и вообще там все преобразовывал, все прекрасно. Собственно, вот эти, да, расчеты по разнице бюджетной обеспеченности, они и лежали на самом деле в основе изменения, ну, принятия концепции налогового кодекса. Тогда был там большой спор, да, центр стал забирать себе большую долю доходов.
И с тех пор, да, центр все больше и больше забирает себе доходов. А я вам могу сказать, да, проблема заключается в том, что разница между регионами, еще раз, да, не говорю про города, да, разница между регионами у нас продолжает углубляться. Да, у нас какие-то там регионы идут вперед, двигаются, развиваются, да, а какие-то отстают и деградируют полностью. Да, и разница за эти годы все время растет. Если посчитать по прямой бюджетной обеспеченности, да, в условиях нового налогового кодекса, то у нас разница между регионами, я еще раз повторяю, между регионами, на душу населения бюджетной обеспеченности примерно 5 раз. С учетом, значит, субсидий всего, эта разница составляет, ну, больше 3 раз, 3,1 раза. Да, то есть, несмотря на все перераспределения, значит, 3,1 раза. Я, конечно, понимаю, да, это разница между Москвой и Тывой. Большинство регионов укладываются где-то вот, если, скажем, а там убрать крайние случаи, все равно разница в 2 раза. Разного рода идеи, как все-таки повысить самообеспеченность территорий, они все время есть. Некоторое время назад, вот давайте я разберу просто один случай, потому что многие его не помнят. Аркадий Дворкович, когда был вице-премьером, значит, у него была идея часть НДСа, федерального налога, заменить на налог с продаж. Почему? Налог с продаж – это региональный, да, это вот доход, который, значит, получается на территории, который можно учесть на территории, который... По идее, можно было бы вот зачислить бюджет, и он будет составлять самостоятельно. Да? Давайте, да, в чем заключалась идея? Идея заключалась в том, чтобы снять вот эти перераспределения через федеральный бюджет, да, и повысить налоговую базу самих регионов. Значит, почему эта идея провалилась? Потому что расчеты показали, да, что хорошо, мы введем налог с продаж, и у нас дифференциация регионов по бюджетной обеспеченности еще более углубится. Потому что налог взимается там, где продают. Да, мало того, что как бы богатые регионы с богатым потребительским рынком выиграют, но выиграют еще, как бы, они выиграют еще и дополнительно от того, что у нас на самом деле многие покупки, да, многие люди ездят там за покупками, за крупными, за дорогими покупками в другие города, опять-таки в богатые города. Это очень характерно, я это видел, эту картину, в Татарстане. Разница между доходами населения и расходами населения в Казани составляет 2 раза. То есть практически весь Татарстан, а также Мари-Эл и другие соседние регионы ездят в Казань. Да, в Казани там все хорошо, там торговые центры, за крупными покупками. Поэтому, да, введение налога с продаж, казалось бы, которое должно было укрепить экономику городов и территорий, да, привело бы к тому, что Казань еще лучше бы процветала, да, а все окрестные территории еще больше бы вымирали. То же самое происходит, если мы задумаемся... произойдет, да, если мы задумаемся, что мы будем вводить налог на недвижимость и землю. Мне вспоминается, значит, замечательный случай, когда Дмитрий Анатольевич Медведев, который был тогда президентом, приехал в город Тынду. И начал он со своей излюбленной песни, она у него там всегда «Денег нет». «У меня денег нет», но сказал он им, «У меня есть идея, как вы можете заработать деньги». Говорит, «У вас же есть земля, это в городе Тында, вы можете ее продавать, и у вас будут деньги». Вы представляете себе, да, руководство города Тында, оно так посмотрело вокруг, так увидело эту тайгу там до Тихого океана, сказала, черт побери, действительно правда, да, у нас куча, мы богачи, да, там, пора отливать
памятник Дмитрию Анатольевичу не в граните, а прямо в золоте. То есть, понятно, да? Давайте, да? Введем этот налог, да, и у нас будет как бы дифференциация еще сильнее, да? Здесь в Москве все будет как бы дорого и прекрасно, значит, другие регионы точно так же, там та же Тында от того, что она будет продавать, от того, что мы как бы сделаем большую ставку на налог на недвижимость, там, на налог на землю, да, тот же город Тында там ничего не получит. Смотрите, тенденция заключается в том, и еще раз, да, она макроэкономическая, она будет продолжаться, она не только наша. Вот у нас любят сравнивать архитекторы, вот с ними разговариваешь, они все время говорят, а вот в Европе. Ну, понимаете, Европа – это особенность. Там есть особенности, ну, например, очень высокая плотность населения, как бы по большей части. Да? Если сравнивать нашу страну, то, конечно, надо ее сравнивать с Соединенными Штатами Америки. Должен сказать, да, там тенденции те же самые, что и у нас. И это особенность, да, это не злонамеренность, это тенденции современного мира. Если где-то развивается промышленность, то она развивается за счет уменьшения количества людей, которые работают, и чаще всего за счет еще и снижения их заработных плат. Да, там остаются только вот подай, принеси мигранты. Что у нас, что в Америке. Да, там, подтащить, загрузить машину и оттащить, что получилось, да, там, за маленькие деньги. Вот все рабочие места, которые есть, да. То есть вот это представление, да, то есть все теперь это сфера потребления, ну, сфера услуг. А сфера услуг развивается в крупных городах, а не в мелких. И эффективность, значит, сферы услуг приносит в крупные города, а не в мелкие. Поэтому у нас разница будет продолжать расти. Да? Она растет в Соединенных Штатах Америки, она растет у нас. В Соединенных Штатах Америки все-таки существует вот этот процесс. Ну, там никто искусственно не поддерживает города. Ну, не может. Разъехались люди, ну и разъехались, слава богу. Да? Они там даже это приветствуют. Ну, по крайней мере, экономисты-теоретики, да, этот процесс приветствуют. Значит, у нас другой подход, да, у нас всем городам и всем как бы местечкам обещано, что они будут процветать, что невозможно. Поэтому они как бы там искусственно поддерживаются там, бюджетными вливаниями и так далее. Эти бюджетные вливания, еще раз, при той разнице, которая растет, будут увеличиваться. И если эта разница будет увеличиваться, там ни налог на недвижимость, ни налог на землю, вот никакие экономические инструменты городского развития работать не будут. Ну, вся история, да, с программой пространственного развития, с концепцией пространственного развития показывает, да, ну, что нету понимания сущности процесса. Да, как бы предпринимаются действия, направленные на противодействие этому процессу. Да? К вопросу, кто виноват. Да? Что делать? Да? Ну, что делать? Да? Учитывать, да? Ну, вот еще раз, да? Понимать, да, что этот процесс неизбежен. Дальше ставить вопрос. Да? Все места поселения, да, мы не можем сохранить. Все не можем. Значит, пытаясь сохранить все, мы мешаем сохраниться тем, которые могли бы сохраниться. Нам Казахстан вчера подал интересный пример. Но они еще раньше подали еще более интересный пример. Причем касающийся пространственного развития. Вы знаете, меня что поразило? Министерство сельского хозяйства Казахстана, подготовило программу по сельским поселениям. И знаете, что предусматривает эта программа? Сокращение с 6 тысяч до 1,5. Министерство сельского хозяйства Казахстана сказало, 6 тысяч – это много, 6 тысяч мы не можем прокормить, 6 тысяч невозможно содержать, это неэффективно,
а эффективно 1500. Собственно, ну давайте, да, вот я поставил как бы проблему, дилемму. Олег Вадимович, вы всегда сможете отреагировать в процессе нашего разговора. Я надеюсь, что после того, когда выскажутся спикеры, то после этого мы передадим слово экспертам, а потом вернем для рефлексии за стол. Хорошо, тогда, Александр Сергеевич, вот на, так сказать, на тему нашу сегодняшнюю, каков ваш взгляд на эту проблему, и, так сказать, мы хотели бы вот услышать ваше мнение. Поскольку я первый раз на таких ваших замечательных посиделках, мне нужно какое-то время поймать жанр, поэтому, может быть, часть выступления я отведу на рефлексию в конце, но сейчас все-таки несколько слов сказать готов. На мой взгляд, ну, во-первых, как и Олег Владимирович, меня список вопросов погрузил в некие мучительные глубокие раздумья. Да? И единственное, на что я сразу смог ответить, что на вопрос, как устроена экономика пространственного развития, готов доложить, что она пока не очень-то устроена. Да? И сами экономисты путаются и делают различия между пространственной экономикой, региональной экономикой, экономикой города, в том числе классики современной пространственной экономики. Мне в контексте разговора было бы, может быть, более комфортно говорить о экономике города, и поскольку речь идет о градостроительстве и также некоторых частях этой науки, связанных с некоторыми другими сферами экономики, сейчас я объясню, что я имею в виду. Ну, во-первых, если говорить, начать вот с темы заявленной капитализации территории, возможность территории стать экономическим капиталом. Ну, действительно, это не может быть там каким-то единственным измерителем, единственным индикатором, но, тем не менее, это очень важно. Да? Это, можно сказать, капитализация территории, можно сказать, национальное богатство. Это существенная часть вообще национального богатства, основных фондов, как раньше говорили, и малейшие изменения этой капитализации – проценты, да, они равносильны, равновесны там общему объему экономики там за достаточно длительный период всей экономики. Поэтому это вещь достаточно серьезная и чувствительная. Уже было правильно отмечено, что действительно одна из проблем, которая мешает вести какую-то планомерную деятельность и управлять этой капитализацией, это слабая связь с имущественными, местными имущественными налогами, которые у нас играют совершенно, ну, гораздо меньшую роль, чем в других странах, и нету политических и, там, может быть, эконом-географических возможностей существенно эту долю в обозримой перспективе увеличить. Но это не единственный аспект и не единственный канал экономических сигналов, которые влияют на экономическое развитие. Ну, здесь только две очевидные вещи могу сказать. Это стоимость залога. Самый ликвидный и привлекательный для финансового рынка залог – это залог земли и недвижимости. И снижение стоимости этих активов – это повышение рисков кредитования, это повышение процентной ставки, дальше все, что угодно по списку для бизнеса, для населения и так далее и тому подобное. Но это еще и активы, которые есть у населения, у каждого из граждан, и здесь тоже есть целый клубок проблем. Одна из них связана с... И тут тоже, да, тут тоже все непросто, потому что, в отличие, опять же, от многих других стран, вот экономический сигнал, что стоимость твоей недвижимости падает, и с этим надо что-то делать, он у нас не проходит с такой скоростью и интенсивностью, как в других частях земного шара. Когда твой сосед делает что-то нехорошее,
больше в подъезде, или там организуется тот же пресловутый хостел, который обсуждают. У наших жителей многоквартирных домов нет немедленной реакции, что падает цена моей недвижимости. Я несу прямые экономические потери. Хотя рынок жилья и оборот, количество сделок на рынке жилья у нас вполне уже многие годы на таком, на мировом уровне. И это связано еще с одной проблемой, которая называется проблемой вот коллективного выбора, достижения согласия. И это вот переплетение экономических проблем с морфологией нашей городской среды, где в жилой застройке преобладают многоквартирные дома. И не просто многоквартирные дома, а вот с ударением на первую часть, на слово «много», потому что одно дело – это там двух-, трех-, четырехэтажный дом, и совсем другое – дома, где практическую сложность составляет даже физически собрать собственника для принятия коллективных решений. Издержки этого выбора, цена как бы времени достижения согласия хоть по какому-то вопросу, вероятность принятия неправильных решений, неэффективных решений, апартаментического поведения, там, говоря языком, экономическим языком, она очень велика, она проявляется в каждом из наших городов, и это, цена этой ошибки видна в результатах, опять же, экономической деятельности. Она же не дает возможность преобразовывать городские пространства, городские территории теми темпами и в тех направлениях, в каких, может быть, это представлялось бы в других условиях более оптимальным. Теперь по связи вот экономики и градостроительного развития. На мой взгляд, город и начинается тогда, когда появляется вот эта самая капитализация территории и пространства. Здесь вот приводили пример Тынды, который вот непонятно, на самом деле, город или не город, я могу, но это вот так, может быть, экзотика. Более такой типичный для нас пример, для меня, это моногород. Да? В пределе это вот территория завода и территория жилого цеха при заводе. Вот в этой ситуации как раз вот никакой капитализации территории не происходит. Этот цех можно переместить в любое время, но каких-то других внешних эффектов для городского развития это не повлечет, поскольку предприятие только одно. И здесь вот мы переходим ко второй для меня ключевой концепции – это внешние эффекты, да, экстерналии. Город – это как бы средоточие внешних эффектов, их максимальная концентрация, все влияют на всех, и умение учитывать, считать, и твой как бы индивидуальный оптимум, твоя индивидуальная функция полезности в городской среде никак, и совокупность индивидуальных функций полезности никогда не совпадет с общественным оптимумом. И это вот важнейшая экономическая задача градорегулирования, создавать условия для того, и инструменты, формировать инструменты, которые давали бы возможность привести ситуацию стихийно складывающуюся в результате реализации суммы индивидуальных решений жителей территории к некому общественному оптимуму. Здесь роль, вот это экономическое значение мер по градорегулированию, архитектурно-строительному проектированию трудно переоценить, но работать мы с этим не очень умеем. Еще один аспект, конечно, это умение просчитывать вот эти самые внешние эффекты от реализации конкретных проектов развития территории. Понятно, что каждый там заинтересованное лицо, коммерческий девелопер, застройщик, он имеет некие навыки всегда –
ну, как бы сформировать экономическую оценку проекта таким образом, чтобы преимущества выпятить, а какие-то отрицательные последствия скрыть, особенно когда дело касается, там, скажем, второй, третий производный. Да? Непосредственный ближний круг, потом следующий, а это там иногда не, вот эти отложенные внешние эффекты могут оказаться не менее значимыми. И с этой точки зрения, на мой взгляд, это очень важный вызов для всех и важный повод для взаимодействия, кооперации вот представителей различных сфер знания о территории, знания о городе, для того, чтобы научиться считать и предсказывать вот эти самые внешние эффекты реализации конкретных градостроительных решений, которые очень сильно будут влиять на дальнейшее экономическое развитие. Ну и, наверное, в первой части вот своего выступления вот я могу, как бы, по крайней мере, в первом приближении попытаться ответить на вопрос, какая пространственная политика способствует повышению капитализации территории. Вот я бы здесь вот в современных экономических условиях я бы на первое место поставил слово «гибкая», «мобильная». Да? Политика, которая может обеспечить мобильность, поскольку экономические ситуации и внешнее, макроэкономическое окружение, микроэкономическая ситуация меняется все быстрее и быстрее, все менее предсказуемо. Это объективный конфликт вот между такой волатильной экономической средой и изначально консервативной пространственной структурой территории. И здесь нужно искать какие-то новые решения, которые не остановились, когда организация территории не становилась бы препятствием для миграции населения, которые нужны для экономического развития, для изменения структуры землепользования, гораздо более гибко, чем это происходит сейчас, и для обеспечения разнообразия функций отдельных территориальных зон, которая может ограничиваться существующими традициями, законодательными установлениями, и которая может, а потребность, востребованность которой может очень резко меняться и в ту или иную сторону. Тогда, если этого стыковки, этой смычки не происходит, начинают возникать какие-то суррогатные явления, формы организации пространства, жизнедеятельности, которые, может быть, решат проблему в краткосрочном смысле, но не решат ее стратегически. Классический пример в этом направлении – это развитие рынка апартаментов, формально нежилых помещений, но где люди живут. Это ответ рынка на потребность в гораздо большем по объему и разнообразном по форматам жилье в центральных районах городов, на который у градостроителей не нашлось и иных законодателей не нашлось своевременного ответа. Вот пока на этом бы я закончил. Спасибо. Олег Артемович или Михаил Яковлевич. Добрый вечер. Ну, поскольку я, как я уже говорил, не экономист, то у меня, конечно, есть мнение о том, каким образом пространственными средствами улучшить экономическое состояние территории. Это обычное дело совершенно. Ну, я думаю, что у организаторов этого вечера, в общем, были проблемы, конечно, определенные с предметом нашей сегодняшней встречи, потому что действительно название сформулировано таким образом, что можно говорить и о городе, и о пространственной дифференциации города, как бы, так сказать, как условие его экономического развития и о системах расселения. Но мой опыт связан с городом, поэтому я буду говорить о городе. И я попытаюсь просто пройти по этим четырем вопросам, которые здесь обозначены, и через них как-то сформулировать свою позицию. Ну, если мы, говоря о макро-, мезо- и микроэкономике, имеем в виду масштаб действий некоторых факторов, определяющих экономическое развитие, то мое мнение, что, конечно, как бы проводя какие-то аналитические работы, все эти факторы требуют исключительно взаимодополняющего учета.
Понятно, что макрофакторы, скажем, на уровне города, это такие характеристики, как доступность, связанность территории, их привлекательность, как бы то, что определяет уникальность местоположения любой территории, любого элемента пространственной структуры города в городе в целом, очень важны, но ровно так же важны и очень интенсивно действуют факторы локальные, скажем, локальные факторы окружения предметного человека, там, соразмерность жилых пространств человеку, индивидуальность застройки, как бы встроенность в пространственный контекст, все эти факторы как бы требуют учета взаимодополняющего. Вопрос, каким образом? И здесь, на самом деле, мне кажется, ответ очень естественный. Любая из этих трех групп факторов будет определяющей для той группы поведения, для которых она как бы наиболее присуща. Как бы для наиболее мобильной группы поведения будут как бы характерны и наиболее важны факторы общегородского значения, определяющие подвижность, связанность с другими частями территории. И наоборот, для локальных, маломобильных групп поведения будут важны факторы, которые определяют качество среды, городской среды, как бы, так сказать, ну, непосредственно прилегающие к дому, придомовых территорий. Если говорить о том, какие факторы влияют на возможность территории стать экономическим капиталом, активно развиваться, то я могу назвать две группы факторов, как бы, так сказать, факторов самих очень много, но две группы факторов можно выделить. Это факторы, определяющие связанность этой территории с другими частями города, ее доступность. Причем я хочу обратить ваше внимание, что, конечно, очевидная связанность – это транспортная связанность, транспортная доступность, но мы должны все время иметь в виду, что это не единственный аспект связи той или иной территории с другими частями города. Здесь точно так же работают инженерно-технические связи, природно-экологические, историко-культурные, визуально-пространственные. В общем, столько аспектов структурной организации, сколько мы можем представить и назвать, вот ровно столько как бы типов связи можно как бы в принципе учитывать. И вот характеристики, определяющие доступность любой территории, с одной стороны, а с другой стороны, как бы, так сказать, ее насыщенность привлекательными для населения и бизнеса объектами. Вот вторая группа факторов, которые, опять-таки, можно как угодно долго развертывать, насыщать, как бы, так сказать, различными всякими показателями. И какова пространственная политика? Какая пространственная политика способствует повышению капитализации территории, экономическому развитию территории? Ну, можно, на самом деле, довольно долго характеризовать особенности такой политики, но я бы сказал, как бы, что сбалансированная политика. Политика, в которой есть две составляющие. С одной стороны, в которой учитываются естественные эволюционные закономерности развития градостроительных систем, основанные на сбалансированности характеристик связанности и насыщенности территорий. С одной стороны. А с другой стороны, как бы, безусловно, как бы социальные составляющие, которые позволяют ставить в развитии городских территорий не только насильные звенья, не только на те территории, где мы видим явные диспропорции между характеристиками там, транспортной доступности как бы, и насыщенности этой территории, но и выделять слабое звено и подтягивать это слабое звено до того уровня, условно говоря, социальных гарантий, которые общество в состоянии в настоящий момент предоставить. Вот эти две составляющие, как бы, с одной стороны, эволюционные, которые ведут на самом деле как бы, к максимально эффективному использованию внутреннего потенциала, и социальные, которые подтягивают и не дают порваться системе в самом слабом месте, как бы, так сказать, вот такая политика, как бы, так сказать, да, безусловно, будет вести к развитию города. Самое интересное, что на самом деле те модели, математические модели развития города, которые на сегодняшний день разработаны, которые можно реализовать, они позволяют дифференцировать территории города на вот такую как бы, систему политик. Причем это система политик, которая, как мне очень кажется интересным, имеет такую этическую интерпретацию нравственную. Как бы. Политика развития территории, политика сохранения достигнутого уровня, то есть как бы, те территории, на которых сложились эталонные образцы городской среды. Вторая группа политик, как я сказал, это политика развития, там, где мы имеем дело с диспропорциями, явными диспропорциями, и мы можем говорить о том, как бы, что есть смысл вкладывать средства в территорию, например, улучшая ее транспортные связи или, наоборот, насыщая ее какими-то характерными объектами. Третья группа политик – это политика протекции. Это территории, у которых, в общем, в принципе, их показатели развития сбалансированы, но они чрезвычайно низки, и это слабое звено системы. И здесь нужны те самые усилия, которые могли бы, как бы вытянуть на некий гарантированный уровень характеристик связанности и доступности. И, наконец, чрезвычайно важная четвертая группа территорий – политика невмешательства. То есть это, как бы, так сказать, те
территории середняки, где нужно максимально стимулировать, условно говоря, изменчивость городской среды, стимулировать появление тех новых форм организации городского пространства, из которых, возможно, в дальнейшем возникнут новые эталоны городской среды. По сути, эта система пространственных политик – это не что иное, как политики, которые можно интерпретировать как уважение к старшим, требовательность к сильным, участие к слабым и терпимость к инакомыслящим. Это этика градорегулирования. Это система политик, которую можно получить на территории и которая может быть проинтерпретирована и с точки зрения неких средств стимулирования развития, потому что мы можем в рамках вот этих политик сказать, как бы, каким образом, например, надо распределить систему неких льгот для развития. Очень понятно, как бы, и полюсами этих льгот должны быть территории приоритетного развития, там, где наибольшие диспропорции. Да? А наименьшие льготы в этой, как бы, так сказать, линейке политик, они будут, как бы, на территориях сбалансированного развития. А если мы будем с вами рассуждать на тему, например, штрафные санкции за нарушение сложившихся характеристик использования территории, каким образом надо дифференцировать по территории, тоже понятно. Наибольшие, как бы, штрафные санкции за нарушение сложившихся условий должны быть у территорий эталонных, то есть, как бы, там, где проводится политика сохранения, и у территорий наиболее слабых, у территорий протекции. Вот там, как бы, штрафные санкции за нарушение сложившихся ситуаций, за ухудшение сложившихся ситуаций должны быть максимальны. А на противоположном, как бы, так сказать, полюсе должны быть, как бы, минимальны. То есть, если бы законодательство позволяло, условно говоря, нам дифференцировать ставки, какие-то платежи таким образом, как бы, так сказать, в текущей градостроительной политике, то мы создали бы инструменты вот того самого динамичного реагирования, динамичного, как бы, подстегивания рынка, который бы работал на нас. Но здесь, как бы, так сказать, мы касаемся уже четвертого вопроса, да, который звучит таким образом. Градостроительство и экономика. Каким должно быть современное градостроительство, чтобы решать задачи экономического развития? Современное градостроительство, как некий инструментарий планирования, регулирования развития территории, в значительной степени, конечно, опирается на естественные механизмы пространственного развития. Однако эти естественные механизмы, как бы, так сказать, также запускаются в условиях, ну, неких, как бы, либеральных экономических отношений, и социальные политики проводятся в условиях гражданского общества. Сегодняшняя проблема градостроительного развития заключается, как бы, исключительно в том, что институты и общественно-политические институты, и социально-экономические институты гражданского общества предельно не развиты. А без этого вся эта система политика, о которой я сказал, она практически не работает. То есть мы имеем дело с ситуацией, когда неразвитость общественных институтов не дает развиваться экономическим отношениям, а, условно говоря, достаточно низкая развитость экономики не стимулирует развитие институтов общественно-политических. Как бы. И в этой связи мне представляется самым важным направлением движения, самым важным вектором движения – это движение в сторону вот развития институтов гражданского общества. Спасибо большое. Михаил Яковлевич, вам слово, а потом мы передадим слово экспертам. Вот я приношу, во-первых, извинения за опоздание. Несколько слов я скажу. Знаете, вот есть кейс очень интересный, общеизвестный. Вот сколько я себя помню, но это еще при Благовой советской власти обсуждалось, что транзитный потенциал какой-то территории дает огромный выигрыш в пространственном развитии. Это огромный козырь. В этой связи, значит, всякие ученые люди и начальники смотрели на карту и говорили, вот Россия расположена между двумя мощнейшими генераторами экономической активности – Азиатско-Тихоокеанским регионом и Западной Европой. Вот я в своих терминах могу сказать, что вот поток теусов – это стандартные морские контейнеры 20-футовые, да, между Азиатско-Тихоокеанским регионом и Западной Европой, условно Шанхай, Франкфурт, да, ну, это где-то несколько десятков миллионов в год. Это фантастическая цифра. Но все порты России – это три. Все порты России, включая внутренний оборот. А здесь десятками, да? Вот. А вот, казалось бы, вот через нас, близко, хорошо. Вы же чуть не вокруг света эти контейнеры возите через Индийский океан, Суэцкий канал. Вот через нас, близко. Знаете, эти обсуждения я слышу, ну, вот седой уже стал. Я их в первый раз в СОПСе слышал где-то в середине 70-х. А я могу из макро в микро обратиться. Господа, Бологое, какой замечательный развитой центр. Да? Просто прелесть, да? Вот, казалось бы. Вот два центра экономической силы, да, и ровно посерединке. Кто был в Бологое, знает. Вот абсолютно неважно, здесь масштаб континентальный или масштаб там, 700 километров между городами. Да? Вот, значит, где-то другие вещи. Так, следующий вопрос.
Бабушка американской урбанистики, значит, Джейн Джекобс, заметила, что город начинается, все обсуждения начинаются с того, что город продает за крепостную стену. Вот, значит, за крепостную стену может продать что угодно. В старинной промышленной экономике это были какие-то железки, автомобили, мебель и так далее. Так сказать. Сейчас это может быть то, что называется non-factory business, что хочешь продавай культуру, историю, там, медиа какие-то, фенечки, лишь бы купили. Да? Вот, значит, есть ли это в городе? Есть ли это в городе? А для начала нужно вообще сказать, вот тут я поспорю со своим соседом и коллегой, с чего начинается город. Город вообще-то начинается с наличия такого вот субъекта. Он одновременно является собственником, налогоплательщиком и избирателем. Потому что вот я обожаю, так сказать, самое обсуждение любых градостроительных вопросов, общественные слушания, да? Ну, я могу предсказать, поскольку я на общественных слушаниях всегда был, ну, как бы, и с одной стороны, и с другой стороны, все предсказуемо, все предсказуемо. Если человек не отвечает за свои решения как собственник и налогоплательщик, то, значит, зачем вообще о чем-то спрашивать? Было абсолютно мудрое, после манифеста 2007 года было принято абсолютно мудрое решение, что, скажем, избирателями гласных Московской думы были не по имущественному цензу, по цензу собственника, домовладельцы. Человек может быть как угодно богат, но если здесь его не связано, собственно, с землей и имуществом, он не имел права голоса. Конечно, с точки зрения современных представлений, это чистое варварство, так далее, так сказать, это вот, так далее, угнетение, так сказать, дискриминация и так далее. Но этот человек не может голосовать сердцем, потому что любые вопросы, так сказать, самые, от водопровода до мощения или вывоза мусора его касаются, впрямую касаются. Значит, вот... Я тут приведу пример уже не из царской России, а из сегодняшней североамериканской жизни. Во время всех, во время жутких совершенно экономических кризисов мировых, дорожная администрация Канады возложила обязанность по содержанию федеральных, ну, национальной сети дорог, это 400-я серия, да, на муниципальное образование, потому что их налоговая база, которая полностью образуется от синтетического налога на имущество и землю, она не зависит от вообще кризисов. Пока там люди живут, пока они не сбежали, там есть мощная налоговая база, и центральное правительство, что оставалось делать, вот тут кризис, ужас, там с национальным бюджетом проблемы. Значит, и вот не как у нас федеральные дороги вообще находятся в приличном состоянии, а уж основная сеть как бог послёт. Ровно наоборот, ровно наоборот. То есть вот когда появляются вот эти субъекты, собственники, налогоплательщики, избиратели, вот уже можно говорить, возможно ли появление таких вещей у нас? Теперь я могу точно ответить и точно из спора, не при моей жизни. Вот, значит, вот. А дальше начинается еще одна интересная вещь. Вот это я продолжаю мысль, опять же, моего соседа. Значит, вот, мысль вот какая. Значит, вот в транспортной науке есть так называемый принцип Уордропа. Значит, первый принцип – это поведенческий оптимум, который образуется, когда мы ведем сами по себе. Он действительно образуется, некоторое устойчивое состояние, которое вот ни один из нас, участников вот этого процесса движения городского трафика, улучшить не может. Вот это мы пытаемся, ищем переулки, улицы, сюда раньше, сюда позже. Мы выходим на некоторое, так сказать, устойчивое состояние, которое называется поведенческим оптимумом. Да? Обычно очень хреновый. Вот. Можно ли его улучшить? Есть понятие системный оптимум. Это второй принцип Уордропа. Системный оптимум в принципе не достигается без каких-то хитрых экстернальных платежей, то есть каких-то управляющих воздействий. Там целая математика на эту тему есть, но смысл понятен. Да? А теперь мы поймем, что без вот этих самых, которые я говорил фразой раньше, без вот этих налогов, которые определяют поведение, неважно, это про транспорт, это про стройку или это про что угодно, да, вообще ничего не получится. Будет ли у нас система вот этих платежей, которая как-то связана не с тем, сколько мне дали по программе, это самое, значит, моя улица, мой двор, моя дорога и так далее из федерального бюджета, даренный коню. Даренному коню, ну, смотри ему в зубы, это не от тебя, ничего не получится. Будет ли у нас эта система платежей такого сорта? Ну, я не очень в это верю, Вот. Значит, следующий сюжет. Я последнее время сталкивался, причем вот прямо на этой неделе, с двумя проектами, один лучше другого. Московская область требует от правительства Российской Федерации и от правительства Москвы, там очень сложные переговоры,
продлить калужскую ветку, ну, калужскую ветку до Челобитьева, это мытище туда, да? Вот, значит, ну, отвечают уже даже не начальники, отвечают эксплуатационники метрополитена. У нас 38 пар поездов в час, физически больше не поместится. У нас вместимость вагона вот столько-то. Умножим, подытожим. Места нет, ребят, чего продлевать-то? Вы нас обманываете. Тут же второй сюжет. А там же это можно посмотреть на карту или туда съездить. Там плотная многоэтажная застройка, которая по-английски называется Transit-Oriented Development. Там без метро невозможно. Там на автомобиле люди не выездят. Да, ну вот что, вот электрички будут у нас МЦД, возможно, там будет полегче, так? Но пока там просто плохо, да? И тут же второй сюжет. Дублер Щелковского шоссе. Если посмотреть, опять же, на карту, туда съездить, не полениться. Плотная многоэтажная застройка, называемая в науке Transit-Oriented Development, да? Что там такое? Давайте прорубим через Лосиный остров дублер Щелковского шоссе, так? Вот. И тогда у нас эти счастливые обладатели вот этой недвижимости, ну, квартира в многоэтажном доме, да, вот, они проедут по Щелковскому шоссе, и им станет хорошо. Ну, мы сделаем сегментацию лесного массива, но это бог с ним, экологи потерпят, да? Простой вопрос задаю, ребят, а вы вообще понимаете, ну, хорошо, мы прорубим лес, вообще вырубим Лосиный остров, бог с ним. Я же не эколог, да, давай вырубим, да? Куда они приедут? Если, знаете, замечательно, это у Станислава Ежелеца была байка, ну хорошо, что ты пробьешь головой стенку, а что ты будешь делать в соседней камере? Вот, значит, мы не понимаем таких вещей, причем на самом деле, скорее всего, это грех нашего профессионального сообщества, что лица, принимающие решения, лица, принимающие решения, мыслят вот примерно в таких категориях. Как это называется? Рефлексная реакция. Дель по морде, повернул голову. Боксер хотя бы второй, после второй тренировки знает, что нужна не рефлексная реакция, а системная, то есть надо подумать, отойти, шаг в сторону сделать и так далее. Нет, абсолютно рефлексная. Вот построил большие-большие дома, что надо делать? Срубить лес, пусть поют на машинах. Значит, последнюю байку я расскажу, сказать самое. Значит, я только что вот приехал со съемок на телевидении, да, возмущенные, значит, великолепные совершенно съемки по разным городам, в основном московские, но не только в Москве. И все люди говорят, вот эти мерзавцы и градостроители, архитекторы, они не предусмотрели в наших домах достаточного количества парковок, и нам парковаться негде. Нам парковаться негде. Надо пересмотреть нормы. Причем, на самом деле, даже вполне люди из нашего цеха, ну уж не буду тыкать пальцами, говорят, что да, вот были замечательные нормы, одна квартира, два гаражных места – одна квартира, два гаражных места, ну и так далее. Вот надо вернуться к нормам, будет хорошо. Я задаю простой вопрос. Значит, у нас автомобиль в любой стране мира требует для своей жизни 400 квадратных фитов. Это 37 квадратных метров. В старых московских нормах было 35, сейчас сделали 40. Все вокруг этих 37. Никто ничего не придумал. Автомобиль бездушный. Он не знает, живет он в Америке, в Японии и так далее. Он бездушный. Ему нужно пятно, где он стоит, и еще место для автономного въезда-выезда. Да? Дальше человек. Вот floor area ratio, вот это, как называется, floor space area per person, вот сколько квадратных метров на человека, да? Вот эта цифра в Америке, в Канаде, в Австралии, вот, значит, floor area ratio, да, этажная площадь на одного человека, да? Вот, значит, она в Америке, в Канаде, в Австралии порядка 80 метров плюс-минус, вдвое больше, чем автомобиль. Какая она в Москве? Официальная цифра сколько? 19. Оптимисты говорят 22. Да, понятно. Вдвое меньше, чем. Отвечаю, если у меня автомобилизация вот 500, так, 500, это близко к тому, что в Москве, и гораздо меньше, чем в Владивостоке. Я строю 12-этажный дом, если я хочу освободить двор автомобиля, мне 12 этажей надо копать вниз. Я могу точно сказать, это моя профессия, этого не делал никто в мире. Значит, вот вопрос в том, что решить проблему, вот эту самую, вот при таком соотношении человека и автомобиля по квадратным метрам невозможно физически. Вместо того, чтобы профессиональному сообществу долбить начальство, так сказать, самое, что есть понятие transit-oriented development, есть понятие car-free development, вообще просто в инвест-декларации написано, вот весь этот квартал не предназначен для жизни человека с автомобилем. Хотите – покупайте, хотите – не покупайте, да? Мы занимаемся жутким совершенно самообманом,
какая нахрен капитализация территории, когда вот у нас каждый кусочек территории становится автомобильным лежбищем. Становится автомобильным лежбищем. Мы к этому совершенно спокойно относимся. И иногда, так сказать, ведем такую демагогию советского типа, что пусть партия, правительство, мэрия, не знаю, Господь Бог, Папа Римский построит вам парковки. Ребята, физически где? И тут последний вопрос о пространстве и имуществе. Если у меня, это детская задачка о трубах и бассейнах, если у меня с трубами все в порядке, то есть вот улиц достаточно, дорог, все на свете, да, то бассейны, то есть хранилище для автомобилей, святое дело, и людям лучше, и вообще, собственно, никому плохо не будет, да. Если у меня дефицит труб, нахрен мне вообще копать эти бассейны? По науке я должен просто сказать, вот эта территория свободна от автомобилей. Сказать, ребят, ничего другого придумать я не могу. Это физика, это уже не экономика, это уже не политика, это уже кто кого любит, не любит. Это чистой воды физика. Вот если мы не поймем, сказать, вот кончая свое выступление, скажу такую штуку, что принципиальный вопрос, кого мы селим в городе? Если мы селим в городе людей, я знаю, как решать эту задачу. И все присутствующие, они могут между собой спорить, но все более-менее понимают. Если селить в городе кентавров, то есть чеков с куском железа, который называется автомобиль, мы упираемся в некоторые физические ограничения, мы портим свое пространство уже до безобразия. Это уже не пространство. Вот я смотрю на московские дворы, и мне становится мерзко. Вот я утром выхожу, сказать, я должен протискиваться так бочком, да? Вот, значит, кентавры в городе не поместятся. Для того, чтобы кентавры поместились в городе, мне нужна планировка, которая в России никогда не будет. Это вот обширные субурбии с домами типа single family, townhouse и так далее. Но мы так же не живем, ребят, ну что себя обманывать-то, да? Мораль. Строительство экономики – это как раз, вот я говорю ровно, значит, ровно. Значит, мы, во-первых, должны понять задачу, как вот эти образования будут управляться налогоплательщиками, избирателями, собственниками. Вторая вещь, мы должны понять, чего этот город будет продавать за крепостную стену, может, он вообще не нужен. И когда встречался с городами, такими вот моногородами и так далее, во многих случаях, сказать, сама, ребята, ну хорошо, остался у вас город советской власти. Ваш завод имени Карла Маркса, Роза Люксембург, он чего-то уже не фурычит. Да, вот. Да, второй вопрос. И третий вопрос, кого мы селим в городе, людей или кентавров? Людей я понимаю, кентавров нет. Всем спасибо. Я попробую немножко отнестись к сказанному через вот те наши более ранние тезисы, которые мы вроде как уже обкатали. Начиная с, наверное, базового, что система расселения и города есть производные от экономической модели. Да, они остаются следы прежних моделей, наслаиваются новые, какие-то города умирают, не входя в эту экономическую модель. И в этом смысле то, что я услышал, этому тезису в основном не противоречило. Хотя, может быть, впрямую так не называлось, но это, в общем, совершенно не суть. И тогда понятна совершенно инициатива Министерства сельского хозяйства Казахстана. Такая жесткая, но очень разумная и в экономическом смысле слова. Потому что, да, держать 6 тысяч поселений нерентабельно. Нашли политическое мужество это сказать. Мы такого политического мужества найти все не можем. Хотя примерно 70% малых городов, ребят, я их очень люблю, честно, пионерское, и люблю малые города. Но 70% этой экономической модели не нужны. Ждать их консервировать, когда они будут востребованы, мы даже представить себе не можем. Более того, такой задачи-то не ставится. А как включить экономическую модель? Ну, не считая примеров там Мышкина, Крапивны, Купавны и так далее, да, силы местных энтузиастов. Но это, в общем, штучная вещь, это развитие туризма, она не может быть повсеместна. В этом смысле надо набраться политического мужества и посчитать и сказать, может быть, все-таки дешевле сделать, как Абрамович. Да, взял 20 тысяч лишних людей, перевез из Анадыря на материк за свои деньги. Все нормально, там достаточно оставшихся 30 тысяч, весьма, все функции закрываются. А 20 тысяч лишние. Так же, как, наверное, нужно будет делать с нарезком, это плавно происходит, частично само собой. Там почему-то пенсионеры очень любят получать северные, поэтому там сидят. Но содержать пенсионеров на риске – это бред. А, это понятно же, за полярным кругом. И содержать такой гигантский город, таких нет городов в мире. Это безумно дорогая штука. Ну и
Я бы, наверное, хотел дополнить, вот говоря о, как сказать, задаче экономического развития и как, наверное, стать экономическим капиталом. Вот смотрите, если мы рассмотрим город как товар для потребителя, мы такой опыт делали с Союзом архитекторов и урбаников, мы делали 5 лет рейтинг российских городов именно по этому соотношению. Цена-качество. То есть город как товар. Цена – это стоимость жизни в этом городе. Ну и качество, соответственно, понятно. Да, вот. Очень получаются интересные, любопытные результаты. Москва, кстати, на первых местах не оказывалась там. Или в десятку попадала. Так вот, если мы посмотрим на город как товар и посмотрим на сегодняшние тренды в продаже товаров, а у нас большинство городов, как нам сказал американский урбанист Глейзер, являются в условиях моносырьевой рентной экономики потребительскими городами. Преобладающая функция наших городов – потребление. Может, как-то неловко это признавать, не очень красиво, но это факт. Тогда стоит задуматься, я бы назвал это кастомизацией города. То есть, вот кастомизация, ну это на упрощенном примере, вам автомобиль продают, базовую комплектацию, а дальше вы можете выбрать себе то, что сделать его индивидуальным. Ну, там, какие-то хромированные детали, там, система звука, там, окраска такая-сякая, крыша прозрачная, непрозрачная и так далее. То есть товары сейчас подстраиваются под индивидуальные запросы потребителя. Да, айфоны вам продают, там имеется несколько разных наборов там, ушей, футляров, там, чего-то еще, да, чтобы он был более индивидуальным, нестандартным. В этом смысле города должны расширять спектр предлагаемых услуг, в широком смысле услуг, для того, чтобы разные потребители могли найти для себя что-то интересное. И вот это, вот, мне кажется, базовый путь развития городов, если мы соглашаемся с тем, что это города потребления. То есть мы брали цену как стоимость жизни горожанина, подчеркиваю, не бизнес-туриста, это все эти рейтинги, там, понятно, а именно квартплата, средняя коммуналка, продуктовый пакет. Места входили? Что значит хорошие рабочие места? Хорошие точки зрения чего? Нет, извини, пожалуйста, вот люди едут в Москву, потому что здесь больше платят за сопоставимую работу. Да. Нет, ну смотри, там не есть же цена, стоимость, да. Цена этой жизни, да? Да. И качество. Да. А откуда, так сказать, берут деньги? Нет, мы это, естественно, не анализировали. Но понятно, что если цена платится большая основной массой, то доходы у них соответствующие имеются. Не все же города Казань, да, которые... Мы можем понять расходы домохозяйств в Москве примерно, да, несмотря на гигантский объем потребления внешнего. В этом смысле, для того, чтобы продать товар, вам совершенно не нужно знать, откуда человек деньги взял. Вы товар оцениваете не по вашей зарплате в меньшей степени, а по соотношению цены и качества. Если вам нужна эта авторучка, например, условно, или там... То есть, грубо говоря, благополучие города вы оцениваете через потребление, а не через того... Я не говорю о благополучии города ни слова. Я говорю о том, что если рассматривать город как товар для потребителя, то есть он выбирает, где ему жить, грубо говоря, да, тогда для товара основные маркетинговые характеристики – цена-качество. Нет, ну смотрите, давайте, но тогда это очень однобоко, потому что... Ну... Всем известно, да, там причина миграции. Ну, в первую очередь едут за заработком. Да, давайте. Второй вопрос, да, качество. Да, там уже когда я понимаю, что могу и тут заработать одинаково, дальше я выбираю, ну, здесь лучше жить, да. Но в первую очередь я еду за заработком, да, а не просто проводить. Понятно. Понятно, что за заработком, но. Если вы ввести сюда категорию заработка, тогда мы не сможем эту вещь рассмотреть как товар, понятно тоже. Ну хорошо. Это другое, давайте вернемся. Почему Краснодар, да, там? Потому что, есть, да, вот люди работают на северах, там, на нефтедобыче, вот все, он вышел на пенсию, да, ему там важен климат. И все прочее. А вот почему в Краснодар, а не в Ростов, вот это вот я считаю, так сказать, говоря о кастомизации городов, да, и к чему нужно стремиться, привлекать, я не говорю, так сказать, только пенсионеров севера. Ну, кстати, не знаю, почему Краснодар, а не Ростов, потому что
при всем безобразии, конечно, архитектурном Ростова, для жизни он, конечно, на порядок удобнее. Я с этим, пожалуй, соглашусь, учитывая, что мертвые проблемы Краснодара, так сказать, внутренние, транспортные, они понятны. Спасибо. Дмитрий Михайлович. Но мне кажется, что ловушка была расставлена при формулировке темы, и практически все в нее попали. Потому что не очень понятно, о чем мы говорим. Мы говорим о большом пространстве, о большом пространственном развитии страны, и города тогда в этом пространстве плавают, как горох где-то. Вот. Либо мы говорим о пространстве города, и эти закономерности совершенно разные, и, то есть внутренняя организация города. Не, мы говорим не только о городе, мы говорим шире. Но, тем не менее, сегодня вот все время разговор из одной полярности в другую переходит. Ну, давайте уточним. Спасибо вам, Дмитрий Михайлович, что вы взяли на себя этот труд. Давайте. Что вот есть колебания между... Это скорее не ловушка, а пространство размышления, даже интереснее. Это и есть ловушка. Пространство размышления – это и есть ловушка. Давайте перейдем на территорию размышления. Вот. Я бы все-таки чуть-чуть бы, наверное, сказал о городах, и сегодня это во многом прозвучало. Я бы, может быть, отчасти просто сконцентрировал, что, естественно, те города, которые мы анализируем и опираемся, я имею в виду российские города, их генезис действительно очень сильно отличается от европейских. И очевидно, что сопоставлять российские города и европейские в принципе невозможно. И в этом смысле много лет назад я сказал, что Вену нельзя сопоставлять с Москвой, сколько ты денег в Москву не складывай, никогда она не станет Веной. А вот недавно было объявлено, что Вена в очередной раз заняла там первое место в рейтинге там привлекательности или еще чего-то там каких-то городов, самых счастливых городов мира, что-то типа такого. Вена вот на днях заняла в связи с Днем счастья и так далее. Наши города это не совсем европейские или совсем даже не европейские города. И в этом смысле все, что здесь говорилось про завод и так далее, я бы отмотал, наверное, еще дальше историю и сопоставил там, я не знаю, влияние строительства египетских пирамид на пространство, экономическое пространство Древнего Египта. Давайте научимся анализировать и сравнивать удаленные от нас вещи, и тогда нам легче будет вернуться к анализу и сравнению сегодняшнего дня у нас. Вот давайте сравним строительство пирамид в Египте и, допустим, я не знаю, наши лагеря, которые строила советская власть в 30-е годы по всей стране. Вот у нас долгое время было представление о строительстве пирамид как о очень сильно принудительном труде. Да? Оказывается, строительство пирамид было определенным экономическим драйвером развития территории. А те лагеря, которые располагались для, в том числе и решения производственных задач и так далее, они не послужили экономическим драйвером для развития территории. Или послужили, но очень-очень кривым, явно не таким, как строительство пирамид, по крайней мере, сейчас как историки описывают. И все это упирается, естественно, в то, о чем Максим Вениаминович пытался сказать, вот он вышел о социально-экономическом укладе и так далее, и единственное о том, как этому укладу соответствуют те или иные модели городов. Единственное, что надо тогда говорить, а как можно побороть эту инерцию, как можно побороть этот уклад, что можно представить. Либо мы являемся заложниками навсегда, и никогда ничего не изменится, либо говорить о тех факторах, которые поменяют этот уклад, который сложился в России там, за 400 лет или за большее количество периодов, смотря откуда считать. И либо мы понимаем, что мы являемся заложниками, и всегда будет не так, как в Европе, всегда. И в этом смысле экономика будет всегда другая, потому что те принципы у нас тоже не работают. И не надо думать, что у нас идеальная рыночная, она псевдорыночная экономика. И поэтому действительно не работает там во многих случаях изменение стоимости земли внутри города и так далее. И что такое, вот что этот город в пространстве страны, что это такое, что это за точка?
Зачем она? Нам нужно закреплять территорию, мы держим территорию. У нас до сих пор осталась логика, что мы ее, тем город как фиксация присутствия государства на данной территории. Что это? Это же очень часто не экономическое присутствие, а скорее политическое присутствие государства на определенной территории. В общем, да, я скорее набрасываю сейчас какие-то вопросы, готов дальше вступить в дискуссию, потому что, не разобравшись, а что такое город в пространстве страны, зачем он вообще, этот город, да? То есть, что в нем больше? В нем больше политических задач, либо это экономический объект? На мой взгляд, в нынешних условиях это скорее политическая задача. Это скорее демонстрация нашей позиции вовне. То есть мы как страна транслируем, мы здесь присутствуем. И надо к этому так относиться, что наши города – это демонстрация нашего присутствия на данной территории внешнему, а не всегда позитивному окружению. И, по крайней мере, в умах тех людей, которые принимают решения, это именно так. Это наша такая средневековая, в общем, ничего со средневековых времен, по сути-то, и не изменилось. Мы демонстрируем свое присутствие на территории. И тогда логика всего этого пространственного развития будет другая. Это демонстрация присутствия центральной власти. Смотрите, сегодня какая интересная история произошла во время нашей дискуссии. То есть мы, как бы разгоняясь, начали, применив, уважаемые наши спикеры, эксперты, весь свой высокий интеллектуальный, профессиональный потенциал. И, в общем, мы шли сначала в такой постмодернистской парадигме. То есть что-то сначала, что вот достаточно такой инжиниринг для территории на переднем крае применить, и, глядишь, все наладится. Но кто это, так сказать, придумывает, это не важно. Главное сделать все на переднем крае технического прогресса. Потом возник элемент игры. Мы стали думать, о чем мы говорим, зачем, почему. Дальше это перешло. Собственно, вот я очень ценю вот этот момент в дискуссии, когда вдруг вспомнили о субъекте, что все эти преобразования и все технологические и прочие истории возможны только если это, во-первых, кому-то надо, кто-то это понимает, разделяет, понимает зачем и способен на эту тему консолидироваться, причем не с помощью, не знаю, там каких-то интересных технических средств, а вот просто по-человечески. И вообще-то город любой, нам даже, может быть, не стоит его сравнивать с европейскими, лучше, может быть, даже, извините, с Соединенными Штатами, с Канадой, потому что там способ освоения территории был несколько сходный, то есть это была колонизация, то есть было некое ядро материнское, да. Ну, это отдельная история, ладно. Я тут сегодня модератор, я не имею права занимать ваше время. Вот, поэтому я просто вот фиксирую. Давайте не будем отклоняться от темы нашей сегодняшней дискуссии. Мы не говорим отдельно о точках, городах, о способах там, демонстрации себя там, в мире или для своего населения. Но это все есть у нас действительно в России такое. И Балдин об этом много писал, Андрей. Илья Заливухин нам расскажет свою реакцию на то, что он услышал, да, сегодня. Друзья, очень приятно всех видеть, тем более, что мы часто общаемся. И мне кажется, что вот такая сложная сегодня у нас ситуация. Мы находимся на точке, не знаю, ноль. Не знаю, дальше будет в минус это уходить или не будет. Но для себя я все-таки воспринимаю это как точка ноль, что нужно начать переосмыслять вообще сегодняшнюю ситуацию. И начинать это нужно, конечно, комплексно. И я все время об этом, конечно, думаю. Это очень много исторических, да, таких моментов здесь нужно тоже понять. Да, потому что города действительно являются следствием. Это очевидно. Они не появляются просто так, а являются следствием некой социально-экономической модели. И 100 лет назад, да, я часто сегодня начинаю с этих фраз, я постараюсь коротко. 100 лет назад у нас случилось Великая Октябрьская социалистическая революция. И, собственно, для градостроительства мы потеряли самое основное, что было, это право собственности на землю. И все стало общим. Потом мы строили коммунизм, там, да, и все знают прекрасно, как это было. Была плановая экономика, были города, было размещение производства. Но, соответственно, вся та модель, в которой мы жили 70 лет, она больше ее как бы не существует. Поэтому либо, если мы не хотим к ней вернуться, а мне кажется, это невозможно, вот я не знаю, я, наверное, при своей жизни еще успею это все застать, я думаю, что мы должны пойти
путем таким, как, собственно, идут все остальные страны, где, я не знаю, как этот строй называется, там, капитализм или товарно-рыночные отношения с учетом частной собственности, вообще экономики городов и так далее. Я думаю, эта модель, она, ну, вообще отработана, да, то есть это, ну, не какой-то там велосипед. То есть если мы возьмем города Германии или города Америки или города даже Китая, кстати, очень интересно, какая там сейчас модель, насколько я понимаю, тоже основанная на бизнесе и частной собственности. Мы увидим, что эти города, собственно, ну, как бы они являются драйверами экономического роста, они зарабатывают деньги, причем зарабатывают деньги и дают их федеральную власть. То есть, ну, например, да, в Берлине, в Германии Берлин один из самых бедных городов. Ну, я как бы не знаю фактов, да, но тем не менее понятно, что деньги зарабатывает Гамбург, остальные города, и они как бы скидываются на Берлин. Ну и вообще вся страна, все государства живут таким образом, что основным бизнесом занимаются, ну, как бы люди, да, жители этих стран, платят налоги, и эти налоги идут на, собственно, поддержание и развитие всей остальной инфраструктуры. Дальше, чем уже занимаются там верхушки в каждых государствах, это мы сейчас обсуждать не будем, но тем не менее понятно, что основанием для развития всех территорий является желание людей вообще работать, и государство помогает и способствует им в развитии их бизнеса. Вот. И если мы сегодня посмотрим на структуру наших городов, то до 2017 года у нас было понятное землепользование, у нас было четкое деление между частным и общественным, и, собственно, люди, которые владели своей землей, они на своей земле строили. Кстати, если эту модель проследить в остальных других городах, мы увидим, что она так и работает, что, собственно, да, у тебя была избушка, дальше доходный пятиэтажный дом, а если город большой, то у тебя, если правила зонирования и застройки позволяют, это вырастает до многоэтажных зданий на территории, и эта территория начинает приносить деньги, и это взаимовыгодный процесс. Это такой велосипед. Да? Но для меня, я рассказываю свое вообще представление, извиняюсь, может быть, это не совпадает с какими-то там, да, историями, но тем не менее это двухтактный двигатель. То есть собственники развивают землю, платят налоги, и эти налоги идут на, собственно, развитие территории вокруг этих собственников. Тогда в таком случае не возникает вообще таких проектов, как Новая Москва, например, потому что совершенно непонятно, да? Вот. Поэтому нам нужно, кто там вообще бенефициар, и зачем, собственно, туда тянуть метро. Поэтому, не, ну, как бы понятно, кто там бенефициар, но тем не менее, в общем, это совершенно не нужно жителям и владельцам собственности в самом городе, да? Вот. И, ну, как бы заканчивая, да, я считаю, что нам нужно, ну, как бы смотреть как-то на опыт и на экономическую модель и просто сравнить, как работают, ну, те же там Соединенные Штаты или даже Китай, попробовать, ну, как бы не просто, конечно, привести это в Россию, но тем не менее сказать, что да, вот как бы при всем том, что есть ЦК КПСС в Китае, но при этом каждый город самостоятельно развивается, у него есть своя бизнес-модель, у него есть свой там мастер-план, у него есть своя стратегия развития, он дает деньги, и экономика Китая растет. А у нас как бы у городов, они до сих пор ждут, как в Советском Союзе, что им дадут единую программу «Моя улица», «Моя канализация», «Мои дороги», там, да, и, собственно, вот ничего у нас поэтому не получается, потому что мы еще не отошли от этой постсоветской как бы действительности, от этой постсоветской модели. Вот, а? Я считаю, что обязательно надо отходить. Да-да, вот, это мы можем обсудить. Но просто если, понимаете, у нас огромное количество людей считает, что не надо обсуждать, не надо отходить, а надо, наоборот, вернуться к этой. И вот в эта развилка, наверное, это самое важное, что меня сейчас волнует. То есть мы дальше будем продолжать как бы бороться с частной собственностью и с бизнесом, либо мы будем как бы все-таки делать определенные нормативы и регламенты для того, чтобы бизнес и частная собственность помогала развитию города, а не мешала. Потому что мы с вами все, знаете, боремся с сексом, рок-н-роллом и бизнесом, по-моему, до сих пор. Да. Так, два слова, Юрий Геннадьевич Виссарионов. Я внимательно слушал, я тоже не являюсь экономистом, естественно, архитектор, хотя я работаю в институте таком, достаточно знакомом. Вот если город – это товар, человек – это капитал, значит, чем больше у нас будет капитала? Люди, новые, нефть? Тем, да. То получается, рынок начнет работать, страна будет богатеть и так далее.
С другой стороны, выступление было достаточно такое, от которого у меня последние остатки волос на голове зашевелились, когда господин Перов говорил о необходимости, так сказать, развития экономики, о том, что там люди и города лишние. И если так рассуждать, тогда, значит, мы вспоминаем Маргарет Тэтчер, которая говорит, что при... которая говорила, что необходимо 50 миллионов в стране, чтобы обслуживать газовую плиту. Так вот, если экономика, а у нас все вертится около цели и средства, то есть политэкономия, экономика, она такая же жизнь общества, как и политика. Вот вы экономисты, да, выступаете и все время как бы заходите с точки зрения экономики все время к обществу. А общество в обществе важнее не, даже не экономическое, это страшные слова скажу. Не экономика важна, а важно сама социокультурное отношение к жизни. Потому что вы говорили, есть там люди счастливые в Бангладеш, которые спереди листик, и сзади даже иногда листика не бывает. И вот я думаю, что если рассматривать общество, так сказать, вообще в социокультурном аспекте, да, то экономика, она не первое место занимает, как ни странно. И люди в город едут совершенно не совсем даже за заработком, а едут за образом жизни, за другим, за красивым. Вот как они едут в торговые центры? Они же не покупать туда едут. Они едут в красивой жизни, так сказать, хлебнуть. Вот и все. И в Москву также едут, и так далее. Так вот, ежели подойти как бы с позиции, вот очень хорошо на предыдущем товарищ говорил, Алексей, об Адаме Смите, значит, он не был профессионалом экономистом. Алексей Новиков. Да, как раз говорил о политэкономии. Вот он говорил как раз об этих индексах счастья и так далее, и о социокультурном аспекте. Город – это, вообще-то, в город едут для общения. Это общепринятая вещь, не для безопасности. Сегодняшние города не обслуживают экономику практически. Они не обслуживают ее. О чем вы говорите, господа экономисты? Они не обслуживают промышленность. Если была схема, сталинская схема, о чем вот говорил предыдущий товарищ, что, она обслуживает, что города обслуживали экономику, промышленность и экономику. Сегодняшние города, вы сами об этом говорите с трибуны, они не обслуживают. Соответственно, значит, какая пространственная стратегия должна быть? Другая должна быть, пространственная. Какая-то другая. И поэтому мне очень понравился доклад господина Наринского, который сказал, что ну вот так у нас в нашей стране. Да, у нас так. И вот из зала товарищ правильно сказал, что нужна ли социальная справедливость? Конечно, нужна. Любое государство и существует ради того, чтобы как бы устанавливать социальную справедливость. Вот. Я не говорю коммунизм. Коммунизм не имел социальной справедливости. Но некая социальная справедливость, некая, так сказать, распределенческая часть должна существовать. Поэтому налоги – это и есть механизм, насколько я, так сказать, немножко понимаю с философии, это и есть как бы регулятор, собственно говоря, социальной, в первую очередь, справедливости, а не экономической. С точки зрения экономики… Но у нас сегодня разговор о другом немножко, Юрий Геннадьевич. Буквально, я говорю гораздо короче, чем все предыдущие ораторы. Так вот, я хотел сказать, тут меня сбили. Я хотел сказать о том, что с точки зрения, так сказать, социальной справедливости, да, может быть, страну вообще надо закрыть. Ну что, она ничего не производит, там и так далее. Подумаешь, одна труба. Китайцы прекрасно ее обслужат, эту трубу. Вот. И мы здесь сидящие, вообще здесь никто не нужен. Просто все встали и ушли. Вы об этом, что ли, говорили? Я не могу понять. Да, этот треугольник надо взять и отменить. Правильно. Да. Да. Буквально бегло несколько комментариев по поводу докладчиков, того, что было сказано. Значит, смотрите, заявлена макроэкономика. Давайте чуточку перейдем на этот уровень. Исторически вообще вот наша, я не знаю, нация, там, я не знаю, страна и так далее развивалась, в общем-то, и развивается абсолютно не благодаря, а вопреки вообще всем тенденциям и правилам развития. И все решения и все планы, которые у нас возникали, они возникали исключительно только благодаря решению властителей. То есть власть определяет на самом деле стратегию пространственного развития. Это факт. Генетически причем. Вы хотите сказать, что Москву строили, выбрали это место и строили по каким-то экономическим соображениям, отобрав земли у рязанских, владимирских и так далее, земель, или Санкт-Петербург? Если посчитать стоимость, объем затрат, которые, во что это все вылилось, то, в общем-то, экономисты первые будут говорить о том, что тут это все бред. Так вот, Илья, вы сказали, что у нас сидит наследие той эпохи. Оно у нас будет сидеть долго. Более того, если мы его у себя начнем вытравлять, знаете, всегда надо бороться с кем? С тем самым драконом, который сидит в первую очередь в себе. Для этого нужно, на самом деле, чтобы прошло несколько поколений. К сожалению, и это...
А это зависит, на самом деле, во-первых, не от нас. Очень просто. Мы выбираем. Мы выбираем ту власть, которая нас, собственно говоря, нацеливает. Я считаю, что это естественный процесс, который должен естественно проходить. Да, вот. Сменится несколько поколений, я надеюсь, что поменяется. Короче говоря, вспомните историю. Расцвет архитектуры и градостроительства проходил когда? Когда нужно было укреплять политическую, так сказать, базу. Поэтому тут ничего не скажешь. Поэтому, возвращаясь к теме сегодняшнего разговора, экономически можно обосновать абсолютно любое решение, считаю я. Вопрос в том, насколько это решение будет в первую очередь соответствовать той стратегии, которая на сегодняшний день декларирована. И можно абсолютно все обосновать и найти кучу всяких объяснений, почему это не произошло. Вот, собственно говоря, моя реплика. Спасибо большое. Я не хочу говорить о городах, потому что это отдельная бесконечная тема на самом деле. И о пространственной стратегии, которая не очень удачная вышла недавно. Я хочу акцентировать все-таки на том, как связано градостроительство и экономика. А связано оно, мне кажется, надо начинать с того, надо понимать, чем мы это меряем, чем мы меряем экономику. А для этого у нас есть такой международный стандарт, как СНС-2008 действующий сейчас. Это система национальных счетов, который пришел на смену стандарту 96 года, где как раз мерили валовыми региональными продуктами и всем как раз тем, чем мы сейчас занимаемся. Между тем, сменившая его система национальных счетов меряет экономику приращением национальных богатств. Национальные богатства, природные и культурные ресурсы, основные фонды, материальные активы и самое главное национальное богатство – это человек. Вот если мы будем мерить экономику качеством жизни человека, мы тогда сможем легко выйти, чем же градостроительство влияет на экономику, на эту позицию. А градостроительство, основная задача – это пространственная организация системы жизнедеятельности. Вот насколько эффективно эта жизнедеятельность организована в формате страны, в формате региона, в формате города, микрорайона, двора, настолько и эффективно в стране развивается экономика. Потому что базовая задача, как говорил один из классиков, сбережение народа. Вот. Вот я хотел бы сказать полтора слова про тезис о, как вот там написано, экономика пространственного развития. Вот как человек, сталкивающийся с простым пространственным развитием в маленьких населенных пунктах и городах Московской области, я вам расскажу про две экономики пространственного развития. Первая экономика пространственного развития выглядит следующим образом. Власть продает то, что ей не стоило вообще ничего. То есть она вложила в это ноль, а потом это продает. Это так называемые земли нераспределенной госсобственности. Да? И в этом и есть вся экономика. Никакой другой экономики для администрации города, если у вас стоит вопрос в городе заниматься редевелопментом вот этой территории, где какая-то сложная собственность, непонятно чья, чужая, или вот этот вот пустырь продать, пространственное развитие у вас имеет один единственный ответ – продать пустырь. И у меня в связи с этим вопрос. Когда пустыри закончатся, а они закончатся довольно скоро, как поменяется вот эта вот экономика пространственного развития? На самом деле на этот замечательный вопрос был ответ одного главы, когда мы где-то лет 5 или 7 назад рассматривали генплан одного подмосковного, не скажу что города, поселка. Он сказал, как же, у нас вот земли, у нас земли кончаются, и как мы будем вообще управлять? То есть вообще не вопрос управления чужим, он не стоит в головах у руководства. И вторая экономика развития, да, экономика пространственного развития с точки зрения частного землевладельца состоит в том, чтобы купить поле, перевести это поле в земли населенных пунктов, поле подорожало в 10 раз, а может не в 10, в 15, да? Самый замечательный пример – это наша Новая Москва. Что такое Новая Москва? Это большое поле площадью несколько тысяч гектар, неожиданно перешедшее в земли населенных пунктов. Как известно, примерно в 2014 году все землевладельцы, которые все это инициировали, была очень хорошая заметочка
где-то, что вышли из проекта, это называлось. Вышли из проекта. Вот. После этого на это поле делается документация планировочная, утверждается, и поле еще дорожает на один порядок, еще на 10%. Никто не собирается там ничего строить на самом деле. Но это поле уже с проектом планировки. И после этого землевладелец бегает и думает, кому бы продать поле с проектом планировки. Мы знаем прекрасно, кто покупает поле с проектом планировки. У нас есть два покупателя, которые покупают все. Да? Вы их знаете. Одного зовут Сбербанк, а другого зовут ВТБ. У нас есть прекрасное, как это называется, Никола Архангельская или еще какое-то Архангельское, да? У нас вот это вот есть Новая Москва, Рублево Архангельская, да? Есть вот этот вот конезавод замечательный, да? И вот теперь возникает вопрос. А в Московской области таких территорий несколько тысяч, десятков тысяч гектар, которые сегодня имеют стоимость, сегодня являются землями населенных пунктов, там поле. Там поле, там даже, что самое интересное, еще кто-то пашет и косит. Но они уже земли населенных пунктов, и они обеспечены планировочной документацией, и в активах банка они числятся не по кадастровой цене сельхозземли, а по цене земли под многоэтажную застройку. И вот у меня следующий вопрос про экономику пространственного развития. Когда, наконец, выяснится, что это не является землями под населенные пункты, и цена вот этого залога банковского упадет примерно в 100 раз. Что произойдет с экономикой пространственного развития? Я очень коротко, Саш, ну смотри, это же очень просто. Когда экономика города управленцами базируется на земельной ренте или области, что мы видели у Рина Лужкова, главная, так сказать, цель Москвы было извлечение земельной ренты, часто в меньшей степени, а Московская область так и живет паразитом. Паразитам. Как чего? Московской области не станет. Московской области не станет. Это наиболее... Не-не-не-не. Это же не только Московская область. Это не катастрофа область. В масштабе страны, пожалуйста. Но это катастрофа в масштабе одного субъекта, который нет, был банкротом. Нет. Пример. У нас нет Morgan Call понятия. Коллеги, ну нет, это не только в Московской. Перенесем это в кулуары. Правда? И там договоримся. Так, кто у нас сейчас... Андрей Владимирович Боков. Это есть некий набор реакций на все, что я сегодня услышал. И первое, о чем я хотел бы сказать, сводится к следующему. Между экономикой и пространством, да, существует еще некий посредник. Тот, кто переводит вот эту экономику или некие социальные структуры и что-то еще в это пространство. И у него есть набор представлений, в общем. Да, это те самые лица, принимающие решения на разных уровнях, которые, в общем, едины в своих взглядах и в своих суждениях. И вот реконструировать и восстановить вот эту картину мира, прекрасного мира, достаточно любопытно мне представляется. И из чего же она складывается, да? И почему эта картина выглядит именно так, а не как иначе? И и что так сказать, что в итоге получается? Первое – это, когда, знаете, я очень люблю рассматривать эти карты спутниковые, да, ЕС, Европа, Восточный Китай и Россия. И ты понимаешь, что там где-то у нас приблизительно раза в три меньше народу, чем в Европе, но вот если все точки, которые, значит, в Евросоюзе имеются, вот так как-то их спрессовать, да, а потом все наши, то получается, что там этих точек, в общем, гораздо больше, понимаете? Их не в три раза больше, а раз в шесть, в семь и так далее, вот этих освещенных населенных точек. Дальше ты понимаешь, что... По всей видимости, да, у нас не только, значит, да, втрое меньше квадратных метров под крышу на человека приходится, но еще у нас что-то с землями поселений происходит, да. Вот есть сейчас у нас такая идея, я ее все время слышу, компактного города. Компактного города. И хотя мы действительно сейчас отводим и переводим земли сельхозного значения в земли поселений, все равно до настоящего времени могу вам с уверенностью сказать, что на каждого гражданина Российской Федерации у нас приходится... в разы меньше земель поселений, чем в странах Евросоюза, чем в Соединенных Штатах, чем в Канаде. Почему это получилось, мы можем понять. Но самое любопытное, то, что эти представления не культивируются. Искусственный дефицит земли, он, несомненно, существует. Он действительно подстегивает появление этих самых многоэтажных домов, которые чрезвычайно выгодны, как модель некой выгодной и так далее.
Модель на самом деле чудовищная совершенно, потому что это модель, которая в принципе была создана, конечно, при советской власти, и целью ее было, конечно, манипулирование человеком. Но самое удивительное то, что эти квадратные метры, даже те, которых, так сказать, там 19, 20, 25, они настолько дороги в эксплуатации, в поддержании, в текущих ремонтах, в капитальных ремонтах и так далее, что люди, которые покупают, едва ли будут в перспективе в состоянии как-то это удерживать, поддерживать и, так сказать, существовать в этой системе, выстроенной. И никто это... Когда я пытаюсь выяснить у людей, проектирующих, есть ли у вас какие-то расчеты жизненного цикла или чего-то в этом роде, да, это экономика. Это, близкого нет ничего подобного. Просто. Другое, что мы понимаем, что это то же, что покупка автомобиля этой квартиры. Да, через день цена упала, и далее, если вам не построили метро под боком, то эта цена будет, так сказать, неуклонно падать на протяжении всех 100 или 150 лет, значит, покуда все это происходит. Это абсолютно тупиковая модель. Понятно, ее альтернативой является что? Является вот эта самая Сабербия, одноэтажные, значит, дома и прочие, которых в Америке и в Канаде 75%, в Америке 70% людей живут, в Европе порядка 60% людей живут с дверью, открывающейся не к соседу, не на лестничную клетку, а на улицу. На улицу. Другой абсолютно тип, так сказать, дом и прочее. Соответственно, другие затраты там на все, что угодно, значит, электроэнергию и так далее, и так далее, и так далее, на воду. Вы сами регулируете эти затраты. Самое главное, что капитализация не падает, потому что вы живете на земле на своей, да, то есть цена дома не падает. Нас эта модель действительно не устраивает. Не устраивает. В силу чего? В силу представлений, вот те, которые, значит, да, которые люди носят в своем сознании. Дальше есть, а вообще по факту, если мы начнем считать, не все так плохо. Значит, 20% у нас чисто сельские жители. Значит, они живут действительно в своих собственных домах. Дальше малые города, поселки городского типа и прочее. Это, как правило, индивидуальные эти самые дома. Добавьте сюда еще 20-35%. И, наконец, дачи. Жители больших городов, мы знаем, 35-40% в больших городах – это дачники. Итого, если мы все это, значит, приплюсуем и сложим, то выяснится, что порядка 70%, 65%, ровно столько, сколько в упомянутых выше, значит, Соединенных Штатах и Канаде, у нас, в принципе, являются жителями Сабербии. Но самое невероятное то, что эта Сабербия абсолютно вне закона. Она никем не признается, никто не занимается. Посмотрите Градкодекс, значит, никто не контролирует ни что строится, ни каким образом строится. Какие-то планировочные решения полностью отсутствуют. Пятиметровые заборы из профнастила, из профилированного металла проехать невозможно. Это катастрофа просто. Люди строят дома, вкладывая большие деньги, которые не строят ничего. Это чистый кошмар. Это в общем, это то, что я называю, там, не знаю, серой средой или чем-то в этом роде. И это все результат тех представлений, которые, в общем, лица, принимающие решения, хранят бережно в своем сознании. Значит, сюда же следует отнести, конечно, вот это воронкообразное зонирование вокруг города, от чего возникают, так сказать, все беды и прочее. Значит, Москва – это просто чистая воронка, мы понимаем, да? Причем это, так сказать, это такая накапливающаяся воронка. И когда мне рассказывают, что там миллионные города там, на северо-западе, юго-западе окружают город Москву, я им говорю, что, знаете, а может быть не полуторамиллионная, а может быть уже там 2-3-миллионная, потому что толком никто не просчитал, что вот в этих самых, в этих страшных анклавах, которые вокруг города, значит. Но это та модель, которая существует, да, она существует, она, в общем, она работает, и она дает, видимо, какие-то преимущества. Что еще? Это, конечно, это разговоры по поводу агломерации и попытки сравнить наш большой город. Вообще мы ставим знак равенства между агломерацией и большим городом. Так получилось, так сказать. И тем вообще, что есть современный большой город. Современный большой город. Существует вообще два типа агломераций. Абсолютно разных по своей природе. Принципиально отличных. Это города типа, например, Джакарта, Лагоса, Мехико и так далее, и так далее. Это города-вампиры, которые вытягивают все, весь материал человеческий втягивают его в себя, оставляя вокруг, в общем, нищету, оставляя кошмар и так далее. Потому что вокруг этого города, на базе этого города, вблизи каких-то относительно сформированных, в общем, хозяйственных структур и так далее, можно прокормиться, можно как выжить или выжить с большим успехом, чем
далеко за пределами вот этого образования. Эти города, еще раз, они вбирают и обесточивают, обескровливают, иссушают абсолютно все свое окружение. Они растут бесконечно абсолютно, они растут неконтролируемо. Это, как правило, города непрерывно застроенные, непрерывно застроенные, нерасчлененные города. И ничего общего не имеют с никакими, с какими-то системами, системами поселений. Они являются собой единый такой вот анклав, достаточно четкими границами, так сказать, постоянно расширяющимся, но тем не менее. Те города, которые мы видим, предположим, в Евросоюзе, даже в Китае, где, сказать, в общем, особо уж как-то, так сказать, выраженного этого самого гражданского общества сильного нет, но там есть культура, которая формировалась 5000 лет, и есть, в общем, некие представления о прекрасном у лиц, принимающих решения, которые, как выяснилось, работают. Они работают, они действенны. Для этого, может быть, и нет нужды, так сказать, в использовании этого замечательного потенциала гражданского общества. Просто если есть мозги, то, может быть, тогда, да, это отчасти компенсирует. Есть профессионалы, которые, значит, этим... Может быть, это не так плохо, понимаете? Разная абсолютно природа, повторяю, вот этих городов-вампиров и городов, условно говоря, которые... являются собой действительные агломерации. Вообще, в принципе, неагломерированных поселений в пространстве Евросоюза и отчасти даже в Соединенных Штатах нету. Неагломерированных, не включенных просто в некую систему отношений самого разного свойства. Мы говорили о том, что это не только там маятниковая миграция, не только ежедневные поезда. Таких практически нету. И что мне еще хотелось бы сказать? Мы любим говорить о каком-то таком абстрактном пространстве. Российское пространство весьма специфично. Три четверти вообще всей территории Отечества нашего – это места как бы не вполне, в общем, пригодные для постоянного пребывания. Подавись, кто-то сказал, что вот Анадырь, значит, переселял... Да, Анадырь, безусловно. Норильск, безусловно, там жить нельзя. Но малые города, те малые города России, которые сложились и существовали в течение многих столетий и так далее, это огромнейшая ценность. Они могут жить, они, естественно, могут жить. Нет, не могут. Ну, еще раз, об этом. Еще раз, коллеги, все зависит от условий. И в истории нашей страны было два эпизода, когда эти маленькие города... Да, когда эти малые города замечательным образом жили, развивались. Это было давным-давно. Это было после реформы. Это было... Ничего. Вы говорите о другом немного. Вы говорите, возможно, о деревнях больших. Да, это так, конечно. Да, фермерское хозяйство, там структура землепользования в этих меняется. Но если говорить о малых городах, о малом городе, в принципе, это идеальная форма существования. Значит... Сегодня вообще стараются большой город, умные люди. Так чего же они оттуда бегут-то сюда? Так, ну, да потому что... Если это идеальная форма, ну так, что... Да потому... Давайте, так. Вы сами только что про эти многомиллионные вокруг Москвы сказали, да? Это все жители бывшей малых городов. Это они результат, сюда бегут, так, если там идеально? Это результат вот той самой политики, о которой мы говорим. Да, политики, по всей видимости... не вполне, в общем, выстроено адекватно, да, если говорить о городах, целью которых является не производство, а воспроизводство человека, воспроизводство качественной среды, так вот должен вам сказать, что среда малого города, она гораздо более благоприятна во многих отношениях. Почему американцы уезжают в Сабербию? Почему это Сабербия 120-150 или сколько-то километров? Сокращается в Америке уже давно. Да Господь с вами, да ничего подобного. Ну, близкого нет. Наоборот, расцветают эти маленькие города и так далее. Посмотрите, в апстейте да и так далее, Господь что делают. Господь с вами, ну, есть статистика известная по Америке. Там... Так. Города, так, значит, там еще раз, меняются границы, безусловно. Андрей Владимирович, я так понимаю, вы финализируете, и мы дадим слово спикерам для того, чтобы закончить. Безусловно, но не все так безнадежно. Еще раз хотел вам напомнить, что были два эпизода, это НЭП и земская реформа 64-го года. Через 40 лет
вот эти малые города, которые вам так не нравятся, превратились в достойнейшие места с гимназиями, театрами, духовыми оркестрами, с процветающей публикой, экономикой и так далее. И никто не стремился особенно в Россию, и они учились и в Гейдельберге, и в Петербурге, и где угодно, и оттуда выросли русские поэты, писатели, инженеры и все остальные. И ничего, понимаете, и ничего. Если говорить о том вообще, где сегодня в Америке лечат, и в Англии, и в Евросоюзе, где лечат, где людей воспитывают, где они учатся, это университетские города, это города, где, повторяю, огромные клиники, которые становятся, в общем, этими градообразующими предприятиями, с фармацевтической промышленностью. Это совершенно другая жизнь. Китайцы строят город Циндао, который расчленен. 11-миллионный город состоит из отдельных городов, понимаете, из отдельных городов, да? Относительно независимых, относительно автономных. Сеул, Токио и так далее. Это автономное относительно образование. Да? Там Синдзюку, вокруг узлов. И в идеале расчлененные какими-то там природными территориями и так далее. Но возвращаясь, в общем, к тому, что значит, хотелось бы сказать... У нас, к сожалению, глубокому, среда не стала продуктом, не стала предметом торговли, не стала культура, культурная среда, культурные ценности и так далее, о которых замечательным образом Елена Станиславовна сейчас нам напомнила. Мы уничтожаем эти ценности, уничтожаем их успешно, в том числе через уничтожение малых городов и ландшафтов культурных, и это катастрофа, в общем. Это действительная катастрофа. То есть все, что в мире является... активом у нас становится пассивом, становится каким-то обременением. И, в общем, это с этим надо что-то делать, это надо прекращать. Но это результат устройства мозгов у тех людей, которые, в общем, как-то к этому спокойно и достаточно, в общем, безразлично, я бы сказал, относятся. Это чудовищно все вообще, что происходит в городах, малых, я не знаю, в средних, с ландшафтом, с качеством застройки, со всем этим хозяйством. Контроль полностью утрачен. Полностью. И у меня полностью утрачен сегодня за нашим процессом. Мне, да, Андрей Владимирович. Да, пожалуйста. Значит, да. Призыв мой только в одном. Значит, есть профессиональное сообщество, которое обязано просвещать лиц, принимающих решения. Их надо просвещать, им надо объяснять, что они могут заработать не меньше, если будут вести себя грамотно, умно, цивилизованно и так далее. Я вот про это. Спасибо. Вот буквально слово, да, пожалуйста. Две реплики. Мне очень понравилось ваше выступление, потому что действительно архитектура и градостроительство невозможно без формирования среднего класса. Того потребителя, который должен определять, который должен задавать тональность, ради которого работают эти все люди. Пока у нас в стране не будет среднего класса, у нас не будет ни пространственного развития, целеполагание не установлено, экономические правила игры отсутствуют, и просто все замостить плиткой, привести в порядок и покрасить заборы – это недостаточно. Второе. Никакая, вот вам, вы говорили, налог на землю. Мне приходится работать в Европе сегодня. Я знаю прекрасно, что коммуна, которая формирует свои бюджеты и которая развивается все решением коммуны, она получает налоги не от недвижимости, а те налоги, которые люди платят не государству, а этой коммуне. Поэтому в той же Швейцарии там есть... 360 коммун, и каждый из них имеет свой процент от того налога, который платится, и каждый из них заинтересован в повышении качества жизни именно в своей коммуне, привлекая тем самым более богатых, прогрессивных, которые платят до 35% от своей зарплаты именно в то местное самоуправление, которое есть. Отсутствие местного самоуправления сразу говорит нам о том, что сегодня никто не заинтересован все в том же, о чем говорит Андрей Владимирович, и те же малые города, те же чудом удивительно сохранившиеся. И последнее я бы хотел сказать Илье. Илья так, может быть, не очень пожил в советское время, а я пожил и поработал половину жизни. Значит, я вам могу сказать, что был в 70-е и 80-е годы создан удивительный институт, который работал на развитие СССР, и который рассматривал, вот я говорю об Институте системных исследований Гвишиани, где ребята сидели, и архитекторы, и экономисты, и социологи, и планировщики. И то, что делал зять Косыгина, ложилось в документы
политических съездов, и они смотрели не то, что будет через пятилетку, они смотрели на 50-100 лет назад, имея филиал в Люксембурге, в Австрии, имея совсекретные донесения из разных департаментов, которые были. И чтобы понять эффективность этого института, я лично знаю трех олигархов, работавших младшими научными сотрудниками, которые понимали, как надо жить в этом мире, и, выйдя уже из этих стен, они себе сколотили сегодня миллиардные состояния только потому, что они знали, что есть что. Так, значит, последнюю реплику я все-таки обязан ответить, потому что я с этим институтом был очень тесно связан и так далее. Значит, прогнозы были до такой степени хороши. Я не буду теоретизировать, я приведу один замечательный пример. Обсуждался вопрос, где строить новый большой порт на Балтике, в Устлуге или в Новоталлинске. Это было, ну, господи, это было, сейчас скажу, начало 80-х. Вот. И нашелся один дедушка из института Хачатурова, который сказал, что постоянное сооружение портов, они вообще-то, так сказать, вечные, там тысячи лет, вот, средиземноморские порты, да? Земля не русская, может, не надо Новоталлин, да? Давайте поближе где-то к России. А Джермен Михайлович был как раз модератором. И обладая всей этой секретной информацией, и филиалом в Люксембурге, и да-да-да-да-да-да, вы что считаете, что через 1000 лет Советский Союз развалится? До развала Советского Союза оставалось 8 лет. На самом деле, значит, лица вот, значит, из этой, значит, ну, Дубов, вот автор «Олигарха», да, живет он в Лондоне, никакой он не миллиардер, но очень состоятельный, конечно, человек, да. Значит, Борис Михайлович, Борис Абрамович работал не у Гвишиани, он работал на профсоюзный, это институт проблем управления, да. Вот, значит. Что? Да, ну, Авен, да. Авен работал не в Гвишиане, не в Гвишиане. Ну, неважно, так сказать. Нет. На самом деле, так сказать, ну, это уже другой разговор, переход на личность. Кто там плохой, хороший, меня не интересует. Но на самом деле то, что это замечательный институт, где была очень приятная обстановка, я ездил к ним на семинары, выступал и так далее, знал многих людей, да, то, что они так же, как все остальные советские официальные ученые, не представляли, что будет через 5 лет, и обсуждали, что будет к середине 21 века, ну, это, к сожалению, это правда. У нас вопросы, как все уже заметили, висят сзади написанные. Вот мы как-то от них отклонились очень капитально. А мне бы хотелось чуть-чуть к ним вернуться. Да? Ну, первые три я уже не буду, времени нету на то, чтобы на них отвечать. А вот последний вопрос, мне кажется, он сейчас приобрел очень актуальность большую в текущем моменте разговора, потому что мы говорим все время про экономику, про пространственную политику, но вот про градостроительство, которое должно было бы стать рамкой деятельностной, которая как-то объединяет всю эту повестку и решает вот эти все задачи, которые мы обсуждаем, она как-то у нас в стране исчезла. И на самом деле первое вот наше мероприятие как раз было на тему градостроительства и урбанистика, вот многие помнят здесь. И вот мне кажется, что понятие того, каким должно быть градостроительство в современном нашем, так сказать, текущем положении и с прогнозом, да хотя бы лет на 20, потому что я, например, надеюсь дожить, вот многие говорили, что не доживут, я как-то все-таки рассчитываю, что через 20 лет еще как-то застану это все. Хотелось бы, чтобы мы наши разговоры впредь в практическое направление как-то пытались выводить именно на тему того, а как, собственно, выстраивать градостроительную деятельность в ситуации, когда у нас рыночная экономика, и когда у нас нету госплана, и когда у нас, по сути, политических решений на тему того, каким городам жить, а какие города не жить, они никогда приниматься не будут. И Казахстан, сколько бы нам хороших примеров не давал, мы, так сказать, смотреть на это никогда не будем. Вот. И собственность частную на землю, она тоже нам ничего не даст, потому что мы понимаем, что частного ни бизнеса нет, ни собственности, ничего нет. Вот. Поэтому как в этой ситуации выстраивать градостроительную деятельность и как профессиональному сообществу в этой связи снова приобрести достоинство и полномочия, да, которые могли бы у него быть для того, чтобы как-то влиять на решение этих вопросов, они надеются, что лица, принимающие решения, как-то у нас все наконец нас услышат и как-то сделают правильно. Вот об этом мне бы хотелось, чтобы мы в следующие разы как-то побольше говорили. Вот. Спасибо за внимание. Я прошу вас каждого высказаться по поводу услышанного, но в свете того, что вы говорили, и наших вопросов в дискуссии. Да, буквально там, ну, минута. Нужен словарь-справочник, в котором люди, мы хотя бы договоримся о понятиях, что как называется, как у Леонида Мартынова, азбуки веди, глаголь добро. Есть в этом смысл? Есть. Вот
у нас здесь кто из нас, вот, как бы сказать, отец-основатель, патриарх? Во! Андрей Владимирович, да, отлично. Андрей Владимирович, вот у вас есть молодой ассистент, у него энергии хватит снести этот дом и снова построить, да? Вот, значит, выпуск консенсусного документа, под которым маломальски грамотные люди, имеющие отношение к профессии, подпишутся, словарь-справочник, что у нас как называется? Вот я в своем, еще два слова просто скажу, я в своем Фейсбуке даже выложил специально цитату из манифеста Американской ассоциации планировщиков. Они пишут: мастер-план, называемый также comprehensive plan, комплексный план, basic plan, general plan, бывают и другие понятия, все это про одно и то же. А мы спорим, мастер-план или ген-план. Понятно. Вот на самом деле, поэтому, Андрей Владимирович, я готов вам помогать. Вот вам готовы ассистенты слева-справа, молодые. Его надо выпустить от имени Академии архитектуры, международной, неважно от кого. Вот все, спасибо. Спасибо большое. Ну вот, если продолжать тему понятий, я хотел как раз сказать, что на самом деле у нас поплыло даже такое понятие, как экономика. И хотел несколько слов в ее защиту сказать, хотя обычно не защищаю. Что во-первых, что экономические, к счастью или к сожалению, экономические законы действуют независимо от нашего к ним отношения. И экономические законы отражаются в пространстве изначально без всяких посредников. Другое дело, что они так отражаются, что ни в одной стране мира это не пускается на самотек, и существует огромная инфраструктура публичных решений по поводу организации экономической деятельности в пространстве. Как раз по причинам колоссальных внешних эффектов. Все в пространстве влияет на всех. С этим надо действительно разбираться. Но экономика – это и про социальную справедливость. Есть целая тема. Целое направление social justice in the city. Это все может быть описано экономическим языком. Поэтому сравнивать можно себя с любыми городами, в том числе для того, чтобы понять, почему мы не такие. В основе лежат все-таки те же экономические законы, которые извращенном виде, преобразованном действуют. Но разобраться в этом, не разобравшись в этом, мы не сможем какие-то внятные и обоснованные предложения по политике сделать. Ну и главный для меня тезис, вот, который прозвучал в конце, что я начинал эту тему, когда говорил, вот, приводил пример про моногорода. Действительно, главный экономический продукт города – это городская среда. Да? Это городская среда. Спасибо вам за вот эту вот короткую формулировку. Это может быть не только городская среда, но это городская среда, которая, дальше все можно раскрутить, которая стимулирует экономическую деятельность, которая стимулирует развитие человека и так далее и тому подобное. Но для того, чтобы... Но это городская среда как городской продукт, действительно, он не может не быть уникальным. Да? Иначе воспроизводить его нет смысла, иначе тогда действительно все должны в конечном итоге съехаться в один город. И нужна вот то, что Максим Юрьевич назвал кастомизацией городского продукта, но механизм этой кастомизации давно известен. Это выявление местных предпочтений через местное самоуправление. Для этого нужен институт местного самоуправления. Но это уже другая история, может быть, будет тема следующей встречи. Спасибо. Олег, да, я хочу поддержать, как бы, так сказать, и то, что было сейчас сказано, и позицию Ильи, потому что я абсолютно уверен, что действительно вопрос экономической эффективности пространственного развития – это вопрос персональной ответственности горожанина как его этической позиции. И никакого иного пути к повышению этой эффективности просто не существует. Вы знаете, у меня очень сложно. Сейчас я поясню, что сложно. Да? Вот я экономист, который уже несколько лет пытается докричаться, достучаться до градостроительного, архитектурного там какого-то сообщества. Смотрите, да, Максим Вениаминович тоже, значит, это пытается делать, все время не очень удачно, да, на мой взгляд. О чем идет речь, да? Давайте, это бессмысленно
сравнивать наши города с европейскими или с американскими. Они существуют и развиваются в определенной экономической модели, да, которую можно разобрать. Да, там, сейчас вот тут говорили, Германия, значит, там где-то что-то развивается. Ну, Германия известна, да, это экспортная модель развития, который, да, наша страна не может, да, и как бы города и система расселения развиваются в рамках этой модели развития, да, экспортной. То, о чем наша страна не может мечтать, вот, высококвалифицированный, да, высокотехнологический экспорт, да, то, о чем наша страна не может мечтать, что вот мы будем развиваться на этой основе, и у нас города будут расти так же. Да. Можно взять Англию, да, Великобританию, там тоже понятная модель. Да, вот как раз, да, образцы потребительских городов, да, не в сырьевых странах, а в развитых странах. За счет чего они живут? А скажите, пожалуйста, да, тут вот про олигархов наших рассказывали, про трех, да, где они живут? Они в Лондоне живут. И давайте, не только наши олигархи, олигархи со всего мира, и из Китая, и из Юго-Восточной Азии. Великобритания продает свои города и свою систему социальную, ну, социального обеспечения, здравоохранения, образования, юридическую систему всему миру. И это обеспечивает, да, люди зарабатывают где-то, потом эти денежки взяли, привезли в Англию и вложили, да. Давайте, мы что, мы даже для СНГ не стали такой территорией, да, и никого, кроме беглых президентов, да, мы не привлекли к себе. Но зато много. Но все равно недостаточно. Да, это другая модель, да, там, там другие города, по-другому, да. Давайте возьмем ту же Канаду, в которой главными покупателями жилья являются китайцы на сегодняшний день, Австралию, которой строительный бум, значит, из-за китайских, да. Вот они туда едут, да, вот они делают. Дайте, о чем мы говорим, да. Да, и они там стараются, они там придумывают, они там схемы разрабатывают, как сделать привлекательным для своего потребителя, для международного потребителя и так далее и тому подобное. Это первое. Надо понимать, да, что есть разные модели, и у нас своя, да, и мы с нашей моделью должны, да, с нашей моделью должны разбираться, а не с тем, что «а вот в мире существует, прекрасно». Было тут рассказано, да, что есть, значит, градостроительные меры подъема чего-то как-то. Ну вот, было, да, да, там рассказывали, да, там повышение там, стоимости города. Да. Ну давайте применим эти все меры, да, возьмем город Тынду, уже упомянутый, и применим к нему. И да, туда что, со всего мира кто-то поедет вообще, или из России кто-то поедет туда жить, применим и все современные градостроительные технологии, да, городу Тында. Приемы и принципы. Ну, давайте, да, это можно говорить, да, есть современные методы, да, давайте их применять, и что будет в городе Тында? И в каком городе будет, да, в каком что сработает? Еще раз, ну, я прошу, я очень хочу, да, чтобы, ну, опять-таки, докричаться до архитектурного сообщества. Да, и, конечно, у вас там свое, да, вы смотрите, что в мире как. Но надо понимать, да, что то, что в мире происходит, оно связано с, ну, с их экономическими моделями, да, работает на их экономические модели. И что-то еще, да, у нас своя проблема. Мы вынуждены все закончить я, на сегодня. Да, на этом я огромное закончу. Спасибо всем участникам, всем пришедшим. Коллеги, друзья, надеемся, продолжим. Спасибо большое.